Праздновать открытие нового и столь нужного спортивного объекта вышли почти все жители нового городка. Местные спортсмены-любители гоняют здесь мяч уже с утра. Одно удовольствие. Искусственное покрытие не только комфортно, но и безопасно. Качество поля отметили не только мальчишки, но и мамочки, готовые приучать своих малышей к физкультуре. Раньше здесь было все в плачевном состоянии, и как бы с детками было довольно-таки небезопасно гулять. Вот. Сейчас, слава богу, все привели в порядок. Приятно выходить с детишками гулять, приятно, что следят. Строительство подобного объекта бюджету поселения обходится более чем в 3,5 миллиона рублей. Но денег на здоровье и физическое развитие горожан не жалко, говорит глава администрации. Теперь родители всегда будут знать, где искать своих припозднившихся с прогулки чад. Это из опыта. Площадка на школьной стала 15-й из возведенных за 6 лет. Потребность в дворовом спорте есть, значит, нужно ее удовлетворять. Мы начали как бы обустраивать дворы в прошлом году. Также вот детские площадки новые стоят. И закончили в этом году. И построили вот эту площадку, где можно заниматься и футболом, и в зимнее время хоккей, и просто катание на коньках. В том, что и зимой здесь будет не менее интересно, уверены ребята из близлежащих домов. В перерывах сегодняшней футбольной разминки то и дело заходил разговор о предстоящих хоккейных баталиях. Мы играли, еще не достроили, мы уже играли. Мы играли, вот да, две клетки играли. Да. Ну, это ворота были. Да. Мы даже еще играли, покрытия не было. У стадион хороший. Ворот сегодня вот прикрепили, да. Поставили. Хорошо играть, удобно. Юные футболисты обещали следить за состоянием дорогого подарка. А функции по уборке и содержанию площадки возложены на управляющую компанию. Программа по развитию спорта в поселении продолжится. В планах открыть еще две спортивные площадки внутри дворов и одно тренировочное поле на базе местного стадиона. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.